Так, раз, раз. О, отлично. Спасибо. Хорошо, значит, меня зовут Алексей Федоров. Я приехал к вам из Петербурга. Ага, там еще один человек. Хорошо. Нормально. Меня слышно, да, все хорошо? Ну ладно, значит, я занимаюсь организацией конференций. Я занимаюсь Java уже 9 лет. Я интересуюсь активно темой многопоточности, и у меня поэтому первый вопрос очень такой, очень простой, на самом деле. Что от меня хотите услышать? То есть давайте, поскольку вас довольно много, я, честно говоря, даже не думал, что будет столько, там, вот Евгений Борисов. Мы тогда в формате вот такого hands-up очень быстро поймем, зачем вы сюда пришли. Я попробую, может быть, немножко скорректировать, исходя из этого, сегодняшнюю нашу презентацию. Скажите, пожалуйста, кто занимается Enterprise Java? Кто занимается не Enterprise Java? А чем вы занимаетесь, коллеги, с места, если быстро так, раз, два? Кто не Enterprise? High frequency trading, еще? Игровые бэкэнды. Не странно, что люди из high frequency trading пришли слушать мой доклад про многопоточность. Это немножко странно. Мне кажется, это они должны мне рассказывать, что у них там происходит. Хорошо, примерно понятно. А кто вот периодически работает вообще с многопоточностью? Вот пишет какой-то код с какими-нибудь concurrency фреймворками. Чек 10. Ага, хорошо, примерно понял. Так, а кто никогда в жизни не писал ничего с concurrency? Или там, хорошо, меньше 3 раз в жизни что-то приходилось иметь дело. То есть редко. То есть все примерно что-то знают. Хорошо. Ну, я тогда не буду останавливаться на том, зачем нам все это нужно там, и так далее. Очень быстро пройдемся просто. Есть две основные модели базовые, да, вообще в этой всей истории. Вот. Первая модель — это модель с разделяемой памятью и модель с регистрами. Да? Это вот примерно так, как мы с вами привыкли программировать все. То есть read, write, вот такие вот операции, какие-то вот ячейки памяти, переменные в языках программирования, регистры в теории, да, которые там могут быть тоже атомарными и неатомарными с точки зрения видимости, с точки зрения модели памяти того языка, на котором вы пишете. Вот. Это такая основная модель, и к ней более-менее все привыкли, с ней все работают. Вторая известная модель — это, собственно, модель с передачей сообщений. Тоже, наверное, многие из вас сталкивались. Это, там, например, какие-нибудь ACCA фреймворк или что-нибудь в этом духе. Там, собственно, есть такие примитивы, как вот, не знаю, какие-нибудь операции передать сообщение от какого-то одного объекта к другому объекту и такого типа. Вот. И правда в том, что это больше похоже, на самом деле, на то, как работает железо. То есть мы его программируем обычно первым способом, но при этом вот все истории, связанные с посылкой какого-то сигнала по какой-нибудь шине куда-то, это вот все про то, про сообщение на самом деле. Да? То есть реальное железо, оно вот работает примерно так. То есть вот такая вот интересная дихотомия здесь возникает. Значит, по терминологии тоже есть очень разные на эту тему варианты, там, даже можно там в Википедии в разных местах найти несогласованные места. Ну, я вот в последнее время из того, что я вижу, это вот такая, что, собственно, есть некий термин, который называется parallel, это в целом про все про это. И вот, собственно, модели, про которые я говорил, они называются concurrent и distributed. Значит, ну, опять тоже очень быстро, что, собственно, параллелизм может быть как внутри одной программы, так и на уровне всей операционки. Вот, при этом зачем он нужен на уровне операционки, тоже, в принципе, понятно, да? Вот, он нужен для того, чтобы вы могли параллельно несколько вещей делать. Ну вот, собственно, самый важный вопрос, зачем он нам нужен внутри одной отдельно взятой программы. И обычно здесь люди, собственно, вспоминают про единственную вещь, это про перформанс. Но вот, собственно, один из поинтов моего доклада напомнить в том, что перформанс — это, на самом деле, не единственная вещь. Я вот тут был давеча летом на JCrete, это такой саммит, ведущий вообще мировых как бы Java-инженеров, такой вот он закрытый довольно, человек там 60-70 каждый год туда съезжается. И там были разработчики, ну, ведущие разработчики каких-то многопоточных фреймворков. Был, например, Питер Лори, которого наверняка там вот вы знаете, кто High Frequency Trading занимается, у него OpenHFT есть известная очень библиотека. Плюс кто там Stack Overflow любит, вот он там, так сказать, один из самых активных Java-людей. Там был, например, Мартин Томпсон, человек, который раньше работал в Эльмакс, придумал Disruptor, сейчас придумал Aeron. И там довольно много дискуссий, там, скажем, существенная часть дискурса, она была вообще посвящена дизайну вот этих вот фреймворков, да, concurrency фреймворков. В чем там проблема? Проблема в том, что общая идея такая.
задача человека, который разрабатывает какой-то такой вот concurrency фреймворк, забрать сложность от прикладного программиста внутрь этого фреймворка. То есть сделать так, чтобы прикладной программист работал как можно проще с точки зрения вот того, что он пишет. Желательно вообще не давать ему ничего там ни про тренды, ни про примитивы синхронизации, а давать ему просто некий высокоуровневый API. Ну, по типу того, который есть, например, в библиотеке Java Util Concurrent, да? Вот, не знаю, какой-нибудь там Rayblocking Queue или что-нибудь в этом духе. Как оно там внутри работает, это уже решает как бы продвинутый дизайнер фреймворка. Вот, и на самом деле все работы сейчас вот в мировом там Java-сообществе, они идут в эту сторону. Но, скажем, Java 8, все лямбды, которые работают, да, они работают через Forging Pool, который, вообще говоря, системный. То есть это, на самом деле, очень сложный фреймворк, который забрал всю работу. И они тоже не сразу пришли. Вообще, сам по себе Forging Pool появился в Java 7, но вот к тому пониманию, что он должен быть единственный и должен быть внутри системы глубоко зашитый, они пришли далеко не сразу. Ну, остальное тоже понятно, зачем нужно. Да, это там responsive UI, обработка асинхронного события, например, ввода-вывода и так далее. Значит, то, о чем уже поговорили, это, ну, помимо перформанса эффективного использования, это простота написания кода прикладным программистам. То есть сложность здесь забирается именно вот на разработчиков фреймворка. Вот. И, собственно, еще важная вещь такая называется справедливость или честность. Да? Вот. Наверняка, вот давайте так. Поднимите, пожалуйста, руку, кто вот все, наверное, видели там лог или интерлог, а поднимите руку, кто помнит, что за параметр бульновский туда можно передавать. Я попросил поднять руку, а не сказать слово. Да, это fair. На самом деле, правда заключается в том, что вот что такое честность вообще с точки зрения лока? Честность — это значит, что вот потоки в каком порядке на него приходят и стоят, в таком порядке они и выходят. First in, first out. Проблема в том, что на самом деле поддержка этого свойства — это вообще, говоря, нетривиальная вещь. Эта честность, она дорого стоит. И в некоторых случаях, у меня там в других презентациях это показано, я сейчас не буду приводить примеры, да, но я коротко скажу, у меня были кейсы, когда эта честность стоила два порядка. То есть порядка там 200-300 раз. Есть такие кейсы. Значит, все вы знаете, да, про блокировки. Это, собственно, некий примитив, который обладает семантикой acquire и release. Acquire — взять некоторый ресурс в эксклюзивный доступ. Release — отпустить этот ресурс в эксклюзивный доступ. Эти блокировки есть на самом разном уровне. Они бывают сам, ну, там, на системном, на джавовском, на VM-ном. Они бывают разного типа, с ними очень много проблем. У всех тех примитивов, которые здесь, собственно, ну, у всех тех фреймворков, которые на слайдах перечислены, у них есть там общее, да, это ожидание. То есть после того, как какой-то из потоков делает операцию acquire, ну, это либо лог, либо вход в синхронайз, либо в секцию, либо что-нибудь еще такое. Все остальные потоки, которые, собственно, нужен этот же вот ресурс, они на нем начинают ждать. Собственно, возникает ожидание. И это, на самом деле, большая проблема. Почему это большая проблема? Вот, в первую очередь, это взаимоблокировки. Я тут тоже на этом подробно останавливаться не буду. У меня есть там два больших доклада на эту тему. Один называется «Обедающий философ наносит ответный удар». Можете посмотреть, на GE.conf было полтора года назад. Второй, более продвинутый, он выйдет буквально очень скоро. «Московский джук». Там это называется, кто хочет, запишите, там погуглите через пару недель. Называется «Общество мертвых потоков». Там очень подробно разобрана вообще история про дедлоки, как они возникают, как с ними бороться и так далее. В общем, реально это большая проблема в индустрии. Следующая проблема — инверсия приоритетов. Тоже, наверное, все знают, да? У вас есть некий ресурс, и в какой-то момент поток с низким приоритетом его берет в эксклюзивный доступ. Поток с большим приоритетом, который, по идее, должен чаще брать кванты времени на процессоре, не может как бы делать прогресс, не может делать полезную работу, потому что его лог кто-то взял, то есть лог, который нужен, кто-то взял. Поэтому у него приоритет понижается, хотя это так не было задумано. Есть там способы борьбы с этим тоже, в общем, довольно известны. Но это все тоже еще полбеды. Следующая проблема — это проблема с надежностью. Представьте себе, что у вас вот там есть некая распределенная система. Вот у нас в Одноклассниках 7000 серверов. Ну, чуть побольше на самом деле. Вот. Естественно, они все работают там не в одном кластере, у нас там разные дублирования, у нас очень много подсистем. Но есть такие реально большие кластеры на несколько сотен машин. Представьте себе ситуацию, в которой эти машины работают через некий протокол с блокировками, да, то есть они там периодически в эксклюзивный доступ себе берут какой-то ресурс. Ну, на этом ресурсе хранится какой-нибудь, не знаю, лог, счетчик, еще что-нибудь такое. Вот, представим себе, что какая-то, ну, какая-то вот, какая-то машина взяла лог
И вдруг внезапно, не знаю, у нее там случился шатдаун. Она умерла. В этот момент все остальные машины, да, они ждут, пока этот лог отпустит. Но поскольку машина мертвая, отпускать лог некому. Беда, они все стоят и ждут. Поэтому, на самом деле, алгоритмы, ну и то же самое, на самом деле, в вашей системе, да, то есть по каким-то причинам вы написали какую-то вот систему, которая синхронизует потоки или процессы, и в какой-то момент кто-то из них, не знаю, умер, ждет на вводе-выводе из-за какой-нибудь ошибки в коде, который у вас есть. Все, приехали, да, у вас кусок системы встал, стоит, ждет и никуда не сдвигается. Вот. Собственно, поэтому локи — это еще и про надежность. И программирование, вообще говоря, систем, которые, вот, собственно, не используют блокировки, это в том числе повышение надежности вашей программы. Поэтому, собственно, очень важно про это рассказывать и то, почему я к вам сюда приехал. Вот, и, наконец, теперь уже на самом последнем месте мы дошли до перформанса. С перформансом, в общем, тоже все довольно просто. Давайте так, кто знает, что такое закон Абдала? Поднимите руку, пожалуйста. Ага, хорошо, значит, я на этом остановлюсь чуть поподробнее. Но вот представьте себе, что у вас есть некая система, которая в цикле крутит какой-то процесс. Например, запрос от пользователя обрабатывает. Пришел запрос, мы как-то его обработали, выдали ответ. Взяли новый запрос, отработали, выдали ответ. Ну вот, что-то такое, что какая-то работа, которая выполняется в цикле. Представим себе, что у нее... Ну, собственно, представим себе, что вообще объем этой работы некая единица. Да, нормируем ее на единицу. Неважно, в чем мы меряем, там, в попугаях, в, там, не знаю, в каких-то тугриках, в чем-то. Соответственно, у нее есть две части. Одну часть можно распараллелить, то есть скинуть на несколько потоков, и эта работа выполнится, там, скажем, в несколько раз быстрее. А другая часть, вот эта единица минус альфа, которую распараллелить нельзя. Например, это вот какое-нибудь владение какой-нибудь эксклюзивной блокировкой. На апдейт там чего-нибудь. Да, например, вот у нас есть, вот когда в примере, который я привел, да, в приеме запроса и в обработке отсылки ответа, вот это вот прием запроса и в обработке, отсылка, ну, прием запроса и отсылка ответа — это часть, которая делается каким-то одним потоком. То есть тот кусок, который не параллелится. Да, потому что, ну, там ввод-вывод нужно аккуратно очень делать, синхронизовывать, чтобы у вас там каши не было в сокетах, например. Да, и, собственно, получается, что тот буст, ускорение, которое вы можете получить вот в таком вот варианте, оно определяется вот такой вот формулой. То есть SP — это спидап, на самом деле, ускорение. Значит, и это довольно интересно. Выясняется, что если у меня, скажем, там, не знаю, мне удалось распараллелить 90% моей работы, и только 10% времени, вот, которое у меня там занимает все это на круг, я не могу распараллелить, то будь у меня хоть 1 000 000 процессов, я не получу ускорение больше, чем в 10 раз. Да? То есть при P, стремящейся к бесконечности, этот спидап стремится к единице делить на альфа. Да? Если у меня, соответственно, там, не знаю, я на всего 1% кода я не смог распараллелить, и у меня есть машина со 100 процессорами, то вот что не делай, но там математика показывает, что больше, чем 50 раз я не ускорюсь. Вот. Поэтому, собственно, мы немножко поговорим о классе алгоритмов, в которых там блокировок нет. Ну и на самом деле, тут есть тоже некая терминологическая такая путаница, потому что алгоритмы там без блокировок и не блокирующие алгоритмы — это немножко разные вещи, я это ближе к концу покажу. Но в принципе существуют некие классы алгоритмов, да, в этом месте, вот, собственно, одна из там общепринятых классификаций, которые обладают разными гарантиями. Одни алгоритмы, они более жестко что-то гарантируют, другие что-то там гарантируют меньше. Значит, самый редко встречающийся на практике, наверное, и самый такой, там, наверное, экзотический — это алгоритм типа класса Abstraction Free. Что это такое? Давайте себе представим, что у нас есть какие-то воркеры, условно говоря, там, я не знаю, какие-нибудь экзотические персонажи, не знаю, там, Харьков чистый город, я не знаю, простите за вопрос, а много бомжей, например, в городе? Вот. Ходят бомжи, собирают бутылки, сдают стеклотару. Нормальный пример, хорошо. Значит,
Что означает, то есть вот бомжи, это реально у нас будут треды, собирать бутылки, это будет некая работа, потом они будут приходить в прием стекло, ну, как бы в пункт приема стеклотары, эти бутылки сдавать. Это такой вот у них будет тоже там точка выхода некоторая. Вот. Так вот, алгоритм класса abstraction free, это когда бомжам не может мешать в их работе никто, кроме других бомжей. То есть, это, условно говоря, если они друг друга не встречают, не дерутся друг с другом, там, да, не падают один на другого, не пытаются друг у друга бутылки отбирать, да, не бьются лбами в двери, когда они приходят в пункт приема стеклотары. То есть, если можем сделать систему, в которой вот один поток не встречает другого, и тогда, то, собственно, и в нашей системе все потоки могут нормально прогрессировать, это система типа abstraction free. То есть каждый поток совершает прогресс, если ему не мешают другие. Следующая система, она называется log free, она гарантирует, что вообще в системе где-то есть прогресс, независимо от того, то есть здесь есть усложнение, да, потоки могут друг другу мешать. Скажем, бомжи могут драться, они могут сталкиваться, может что угодно с ними происходить, но гарантируется, что все равно в системе кто-то стабильно сдает бутылки и получает за это денежки. То есть пункт работает, он какую-то работу производит. Вся система в целом что-то делает. Несмотря на то, что, собственно, не все потоки, да, постоянно прогрессируют, какие-то потоки могут вообще ничего не делать, никакой полезной работы. И совсем жесткий такой класс алгоритмов — это алгоритмы, в которых вообще нет никакого ожидания. Там гарантируется, что бы вот ни происходило, да, но каждый из бомжей будет там вот за определенное время сдаст какое-нибудь количество бутылок. То есть, скажем, не знаю, хотя бы раз в день, хотя бы одну бутылочку ты принесет, что бы там вообще ни происходило в системе. Это самая, самая жесткая гарантия. Обычно, как правило, там, в Java и вообще на, там, на современных операционных системах, которые мы все используем, это практически утопия, да? Но почему в Java это утопия? У вас есть очень быстрый алгоритм, вы гарантируете, что за 1000 тактов вы за 1000 каких-нибудь там элементарных операций вы что-нибудь вернете в вашем там потоке, но вдруг к вам приходит garbage collector и тормозит работу вашей системы там на 2 секунды. Да, понятно, что ни про какую там 1000 тактов процессорных уже речи вести нельзя на самом деле. Вот, соответственно, ну и вообще, то есть современные операционные системы, они тоже не реал-тайм. Надо понимать, что в любой момент ваш Java процесс или ваш любой процесс может быть дешедулен, на его место может там кванты времени могут выделиться другому какому-то процессу и произойдет то же самое. Есть там всякие реал-тайм ядра для Linux, есть разные там специализированные операционные системы типа Symbian, QNX, которые, собственно, в которых есть очень жесткие реал-тайм гарантии. Вот, но массово они не используются. Реально такие алгоритмы, как правило, используются в системах типа систем жизнеобеспечения, да, там в самолете, вот, там нельзя, чтобы случался ГЦ в неподходящий момент. Там нужно, чтобы там датчики вовремя отдавали данные и так далее. Значит, про консенсус тут у меня было много, но времени у нас мало с вами. Тут важно знать, что существуют разные примитивы синхронизации, и у них разная сила. То есть в некотором смысле их всех можно померить по некоторой шкале. И выяснится, что самыми сильными являются примитивы типа compare and set, compare and swap. Они настолько сильные, что их даже называют универсальными операциями. Почему? Потому что в некотором смысле через них можно выразить все другие. В каком именно смысле, я тоже сейчас не буду говорить. Вторая радость заключается в том, что все современные платформы, или почти все современные платформы, такие операции поддерживают. То есть на самом деле существуют некоторые операции в современных там, процессорах, условно говоря, которые обладают нужной семантикой. Что это за семантика? Семантика примерно такая. Я здесь, собственно, попытался выразить это через блокировки. Значит, что это, собственно, вся история? Во-первых, она строится вокруг видимости, вокруг Java Memory модели. Что гарантируется? Что есть две операции. Первая операция — это, собственно, у вас есть вот некий примитив, у него есть некое значение, называется value. Первая операция простая, и к ней все привыкли, она называется взять значение, да, просто там get или get value, что-нибудь такое. Вторая операция более сложная. Значит, она принимает два аргумента. Как она работает? Она атомарно с точки зрения модели памяти делает следующее. Она проверяет, что то, что пришло, собственно, первым аргументом, совпадает с тем value, которое у нее внутри. Вот. То есть вызывается псевдокаст.compareandswap с двумя аргументами, да? Проверяется, что
собственно, операция внутри себя, она проверяет, что первый аргумент совпадает с тем значением, которое лежит внутри нее. И если это так, то она заменяет значение, которое лежит внутри, на новое, на то, которое передается вторым аргументом. Если это не так, то она, собственно, возвращает старое значение. А, ну вообще, там старое значение в любом случае возвращается, на самом деле, да. Вот, собственно, и самое главное, что с точки зрения модели памяти, это история, которая томарная. То есть не бывает никаких промежуточных результатов, поэтому я здесь написал synchronized. То есть очень важно, что значение, вот оно либо мы одновременно проверили и записали, либо нет. Вот. Но есть второй вариант этой операции, там чуть-чуть другой синтаксис, он возвращает boolean, в зависимости от того, произошла там замена или не произошла. То есть изменилось старое значение новое или нет. А, как это типично работает? Мы крутим некоторый цикл, в котором постоянно запускаем эту операцию, пытаясь заменить старое значение новое. Приходит несколько потоков, каждый из них читает старое значение и пытается подменить старое значение на новое. Поскольку операция атомарная, то какой-то из них, условно говоря, успевает сделать такую замену, а какой-то другой из них, когда пытается эту операцию сделать, то он видит уже новое значение. Да? Значит, сейчас поясню на примере. Да? Вот есть некоторый счетчик, собственно, поверх этого кассового, как мы его написаны. Как он работает? У него внутри лежит вот этот вот примитив с нужной семантикой, который, вот, собственно, нужная операция обладает. Вот. Значит, операция get у счетчика возвращает просто значение, а счетчик там какой-то обычный совершенно, там, не знаю, integer или long или что-нибудь такое. Вот. Операция increment, она устроена ровно так, как я рассказал. То есть приходит, например, одновременно несколько потоков. Там, не знаю, лежит сейчас у нас там в счетчике значение 5. Приходит несколько потоков. Что делает, собственно, каждый из них пытается заинкрементить эту переменную. Что делает инкремент? В первую, то есть на первом внутри цикла do, собственно, каждый из них считает эти значения, получает пятерку. А потом, собственно, каждый из них пытается вместо пятерки записать шестерку, вместо v, v плюс 1. Вот. Фокус в том, что поскольку операция томарная, то у кого-то одного она проходит, у остальных она отваливается. Здесь do while, это означает, что на самом деле тот, у кого операция отвалилась, он уходит на второй круг. Он уходит на второй круг, он читает уже не пятерку, а шестерку, заменяет шестерку на семерку. Вот такая вот история. Соответственно, это такой типичный способ, типичный паттерн применения этой операции. То есть некий цикл такой, там, в общем случае, бесконечный, да, до тех пор, пока замена не произойдет. И в принципе видно, что алгоритмы такого типа, это алгоритмы, то есть на такого типа примитивах, вот этот, например, алгоритм, это алгоритм типа какого? Abstraction free, log free, weight free. Есть идея? Ну да, это log free. Почему это log free? Потому что вот из всех пришедших потоков кто-то один счетчик заинкрементит. То есть общий как бы прогресс в системе будет, счетчик будет увеличиваться. Это на самом деле означает, что полезная работа будет делаться. То есть тот факт, что счетчик инкрементит, означает, что результаты, вот, которые каждый из потоков делает, они будут видны где-то. Но проблема в том, что каждый конкретный поток, он может вот в таком цикле крутиться до бесконечности. В общем случае гарантии нет. По факту, на самом деле, всякие эвристики, и шедулеры, и джавовские шедулеры, они пытаются эту проблему за вас решать, но совсем не всегда это у них получается. Вот. Значит, следующая история — это история про то, что у любого примитива, да, синхронизационного, ну вообще даже, на самом деле, вообще даже не только у примитива, а вообще у любого какого-то вот блока, какого-то метода, например, в Java, у него, как правило, ну вообще в любой вашей системе, у него, как правило, есть некий там быстрый путь исполнения, некий медленный путь исполнения. И это такая очень важная дихотомия, да, она, вот в каком месте она возникает здесь. Представим себе, что у нас есть, вот мы, собственно, результатом инкремента этого счетчика, да, например, мы показываем некую довольно тяжелую операцию. Например, я не знаю, провести конференцию, увеличить счетчик на единичку. Вот. Значит, теперь представим себе, что у нас есть куча, там, не знаю, есть компания какая-нибудь, которая делает эти конференции. Вот, каждый раз они сделали конференцию, они увеличивают счетчик. Что будет в алгоритме? В алгоритме будет примерно следующее. Приходит одновременно 10 организаторов. Каждый из них говорит, я сделал конференцию.
У кого-то из них операция проходит, счетчик апдейтится. Все остальные там из этих 10 у одного операция проходит, остальные 9, они уходят снова делать конференцию. Приходит 9 организаторов, говорят, мы сделали конференцию. Окей, у одного из них операция проходит, 8 других уходят делать конференцию снова и так далее. То есть в худшем случае, если операция, которая у вас в этом лупе, она тяжелая, а делать конференцию тяжелая вещь, я знаю по себе, да, то у вас получается, что реально вы через этот ваш вот через этот ваш отказ вы пройдете, ну, n квадрат раз, да, там n квадрат пополам раз. В то же время, когда ситуация не на... Ну, это если операция тяжелая. Если операция легкая, в принципе, это не очень страшно. А если у вас, собственно, этот каз не нагружен, то пройдет очень быстро. Одна операция на процессоре, раз, и все, и полетели дальше. То есть, в частности, если сравнивать с локами, то в случае, если операция, которую вы делаете вот в ней, она тяжелая, то лучше поставить лок. То есть лучше поставить лок, пусть все организаторы лучше в очереди друг за другом подождут, но зато конференцию они сделают по одному разу, да? Вот. Вот такая вот дихотомия в данном случае. Значит, ну, собственно, то, о чем я только что рассказал, это, собственно, вот здесь и написано на слайде, да? То есть CAS работает, если у вас есть нагруженный счетчик, нагруженный вот какой-то там вот этот примитив, на котором вы делаете CAS, то сама структура алгоритма заставляет вас как бы нагружать его еще больше и приходить в него снова и снова. Там n квадрат раз, да? Вот, соответственно, и написание алгоритмов требует некой подготовки специальной. Что у нас теперь есть в Java на этом месте? Ну, все, наверное, знают, что в Java есть поток, там, concurrent и concurrent atomic. Вот, ну, кроме того, там уже довольно давно, там все платформы этот CAS поддерживают, по-моему, Intel поддерживает, начиная с Pentium. Нет, Intel вообще очень давно поддерживает, а начиная с Pentium поддерживает CAS на длинных инструкциях, мы про это поговорим. Вот, собственно, сам пакет Atomic, он устроен примерно так, в нем есть несколько разных там, типов фреймворков. Вот, первый — это скаляры, которые обладают вот той самой component set, component swap атомарностью. То есть с точки зрения видимости, с точки зрения модели памяти, операции, которые они делают, это будь то это там, замена лонга, или замена интеджера, или булин, или ссылки, это атомарная операция. Мы не можем видеть как бы данные в неком разорванном состоянии, что у нас там кусок этого интеджера, например, записался, а кусок еще не записался. Нет, система будет консистентной, она гарантирует, что то, что вы увидите, это было либо до операции, либо после операции component set. Методы у него тоже примерно там некие соответствующие, да. Кроме, собственно, метода сравнить и там установить или сравнить и заменить, есть методы там типа увеличить на единицу и дать результат увеличить на единицу, ну и разные такие вот штуки. Давайте на одном из них подробнее остановимся. Это вот метод get and that. Вот. Это то, как, собственно, в Java 8 это все работает. Значит, это все работает через unsafe. Это важная очень история. Собственно, get and that, вот это верхний метод, он вызывает unsafe get and that long. Это некая, на самом деле, unsafe-овская операция, и она нативная. Вот, то есть это все уходит в натив. А внутри, вот если посмотреть на джавовский код, это исходный код, собственно, там JDK, это Oracle JDK 8 Update 60. Значит, если посмотреть внутри, то видно, что здесь тот самый цикл. То есть здесь первым параметром берется сам объект. Два следующих параметра — это, собственно, старое, новое. Это, сейчас я скажу, что. Да, это значение — это некая дельта. Дельта, которую мы передаем. Да? Value offset, который в R2, это поле, которое отвечает за то, насколько байт надо подвинуться, чтобы из указателя на этот ваш объект получить на самом деле поле value, в котором лежит вот этот самый счетчик, который мы будем апдейтить. То есть понятно, что внутри на самом деле atomic long, там лежит просто volatile long. И вот, собственно, offset — это вот с точки зрения лейаута объекта в памяти, это вот тот сдвиг, на который надо подвинуться, чтобы получить доступ к этому полю. Вот. Поэтому там, собственно, вот в этом while цикле, там в конце, собственно, а там в конце, там, собственно, вот оно используется. Вот оно там в R2, оно там передается параметром, и потом unsafe эту штуку вызывает. Значит, вот, и это сам метод compare and swap long в unsafe. Он нативный, как я уже сказал, и вот аж 4 параметра он принимает. Значит, если мы посмотрим вообще на то, как это, на то, как вот этот вот get and that, да, он сделан в JDK 7, и посмотрим на его ассемблерный код. Вот я ночью сидел, проверял. Там Барух не даст соврать, он при этом присутствовал.
Значит, для того, чтобы, во-первых, такую штуку запустить, вообще посмотреть, какой там у вас выдается ассемблер, надо запустить там, Java с вот такой вот волшебной опцией. Чтобы запустить ее с волшебной опцией, надо подключить еще одну волшебную опцию. И чтобы получить эту самую волшебную опцию, вам нужно еще иметь некую там дополнительную библиотеку для дебага. Вот. Собственно, на самом деле, кто хочет пройти этот путь, надо на самом деле просто вот попробовать запустить Java с вот минус XX вот таким вот, а дальше там на самом деле оно вам само подскажет, что надо делать. Ну, для OpenJDK тоже работает, естественно. Да, что на самом деле здесь происходит? Процентер AX — это просто там обычный регистр на процессоре, там самый главный аккумулятор. У меня long R в данном случае префикс означает, что мы работаем с 64-битными регистрами. Вот. Вот это вот волшебное 0x10 от RBX, это означает, что мы берем, собственно, значение, ну, ссылочка, которая живет в RBX, а 0x10 это, короче, value offset, вот этот самый. То есть вот мы взяли переменную типа там, взяли объект типа atomic long, вот указатель на него лежит в RBX, и сдвинулись по памяти на 16 байт, и это, собственно, тот самый сдвиг, который вот от заголовка этого объекта до того места, где оно лежит в памяти. То есть если в памяти себе представить этот самый atomic long, то вот, собственно, чтобы достучаться до поля value, которое, собственно, и хранит значение переменной, вам надо на 16 байт подвинуться. Вот это оно и есть. Вот. Потом мы кладем значение в другой регистр, прибавляем к этому значению в другом регистре пятерку, и, собственно, log compare exchange — это и есть та самая операция, которая вот на процессоре реализует эту атомарную замену compare swap. Вот, соответственно, что мы делаем дальше? Мы там надо понимать, что еще у compare exchange есть первый неявный параметр. Это, собственно, то место, в котором оно все пытается делать, это регистр, как раз который процентер, который регистр, который RAX. То есть там на самом деле три параметра: это RAX, где мы это все делаем. Старое значение и новое значение, да? То есть новое значение — это R11, старое значение — это вот это вот 10, от, ну, сдвиг на 16 от RBX. Вот. И, собственно, вот они три параметра, на которых происходит замена. Дальше что мы делаем? Мы вытаскиваем флажочек с ETE, собственно, смотрим, произошла замена или не произошла. Потом мы там, это некая операция, которая на самом деле сдвигает один диапазон до другого, и потом в конце на самом деле мы делаем некий тест, который проверяет, произошла у нас эта замена или не произошла. И если она произошла, то мы ничего не делаем, если она не произошла, мы уходим снова на второй круг. То есть вот у нас получается такой луп. Луп двоеточие — это обычная метка, к которой все привыкли. Вот, то есть вот такой вот на самом деле код порождается. А теперь, если посмотреть на то, как такой же код, вот этот самый метод getAndDelete, выглядит в Java 8, он выглядит вот так. Там на самом деле одна единственная операция. Это операция locAddQueue. Но вообще это та операция, которая, собственно, увеличивает значение. Да? Причем первым параметром, понятно, оно принимает число, на которое мы хотим увеличить. В данном случае там на пятерочку мы увеличиваем. Да? Вторым параметром, ну, собственно, то место, в котором надо увеличить. То есть адрес памяти, в котором надо это сделать. Вот, видите, там было много операций, причем цикл еще был, а здесь одна. Вот, то есть на самом деле фокус в том, что просто конкретный вот Intel x86-64, то, что называется AMD64 набор инструкций, там есть вот такая инструкция на процессоре, которая может, условно говоря, лок это означает там атомарно с точки зрения модели памяти. Собственно, можно атомарно взять и за одну операцию это сделать. Вот такая вот интересная история. Если посмотреть на перформанс этой истории, это вот график, который Андрей Подгин считал, мой коллега, он у нас там одноклассник, как главный человек по Java, долгое время работал в команде Hotspot сам. Вот, вот собственно, это его график. И, ну, правда, это для интов, это не для лонгов, я уже не стал для лонгов пересчитывать. Вот, но хорошо видно, что, в общем, там, собственно, черненьким это вот 8 апдейт 60, и там в разы быстрее. Особенно при росте количества потоков. Вот, разница становится вообще там в разы. Вот, потому что просто все чаще и чаще, чем больше потоков, чем чаще вот этот вот луп он уходит на второй круг. Вот, то есть на самом деле в чем мораль? Мораль в том, что то, что вы видите в вашем
джавовском коде, да, несмотря на то, что вот в OneSafe есть вот этот цикл, каким-то образом в ассемблере остается от него одна инструкция. Да, то есть вот тут куча джавовского кода, казалось бы, должна быть куча инструкций, и действительно всем апдейт 80 мы видели вот этот вот цикл, вот он был примерно так же развернут. А здесь одна инструкция. Как так получается, что из джавовского кода, который в цикле что-то там молотит, вот этот get and then long с тремя параметрами, как из него получается одна инструкция? Как вы думаете? Почему мы в Java видим вот это? Заходим в старцы Java, вот можете сами сейчас достать ноутбук и проверить. Вы видите вот это. Да, JIT. Все правильно. Just-in-time компилятор, в нем есть вещь, которая называется intrinsic. Это такой хинт. Хинт говорит примерно следующее. Чувак, если ты видишь unsafe get, add and long с тремя параметрами, то, пожалуйста, забей, не вызывай то, что там дальше у тебя. Не раскручивай это все, не компилируй. А просто возьми эти три параметра и зафигачь из них инструкцию. И таких интристиков их все больше и больше. Изначально там в JVM был под это один байт, было там 200, ну не больше, там 256 интристиков. Фокус в том, что вот сейчас вот Java 9, и там эти 256 интристиков закончились. Вот, сейчас там добавили второй байт, и теперь интристиков будет, ну сколько, 65 тысяч, да? Вот, то есть это на самом деле такой хак, который применяют разработчики JVM, этих хаков становится все больше и больше. Понятно, что это очень сильно зависит от того, какая у вас архитектура, какая у вас там операционная система. Вот. Но в целом, если они могут гарантировать, что вот нужная инструкция есть, то такой хак можно сделать. Значит, что еще можно интересного делать на касках? Можно делать multivariable invariant. У вас есть, значит, что за задача такая? Задача поддерживать некоторый инвариант, в том случае, ну, между переменными, когда переменных несколько. В данном случае у нас есть отрезок, у отрезка есть две границы. Нижняя граница, верхняя граница. Интервал, который мы хотим, инвариант, который мы хотим поддерживать, это тот, что нижняя граница не больше верхней, да? То есть lower не больше, чем upper. Вот. Ну, собственно, у нас будет простой конструктор в этом месте, который присваивает два поля и проверяет, что они там в правильном порядке. Вот. А дальше стоит задача о том, собственно, как эту штуку апдейтить. То есть представим себе, что у нас есть две операции, да? Поменять нижнюю границу и поменять верхнюю границу. И эти две операции, они делаются, в общем, в случае разными потоками. Может произойти неприятность, придут одновременно два потока. Да, первый подвинет там границу левую направо, второй подвинет правую налево, и упс, они поменяются местами, инвариант нарушится. Что делать? Громче. Да, синхронизировать. То есть, по идее, можно взять лог, по ним поменять нужную границу, второй, кто будет менять, он будет ждать. После того, как первый проапдейтится, он придет, вызовет метод и выяснит, что у него, допустим, уже недопустимое состояние, выкинет exception или что-нибудь в этом духе. Вот, на самом деле, на кассах тоже можно сделать, и, собственно, делать это не очень сложно. Есть такой трюк, он называется разделение ответственности. Значит, мы разделим ответственность между двумя объектами. Первый range, он останется простой. Это то, что называется в этом паттерне stakeholder. Stakeholder, да, он держит просто состояние. Вот две переменных. А второй — это, собственно, референс. Это атомарная ссылка, у которой тоже есть, собственно, как и у касса там, на интеджерах на логах, есть такая семантика comparing set. Вот, соответственно, именно эта штука будет отвечать за апдейт состояния. Мы возьмем, создадим новый объект range. Вот здесь вот он написан, да, в случае set lower это new range, а ты old range upper. И попробуем атомарно заменить старое значение на новое. В случае, когда у нас приходит много апдейтов одновременно, собственно, за счет того, что все апдейты будут вызываться на вот этой вот values comparing set, эта операция атомарна с точки зрения модели памяти, она не блокирующая, ура, счастье, мы получили не блокирующий алгоритм. Ну, понятно, что setup делается так же. Вы, наверное, слышали, да, вот это сейчас там последний там, год или два там, очень популярно в твиттерах, разнообразных блогах, все пишут про immutable. Да, читали всякие, что immutable лучше, чем mutable? Все про это кричат. Это вот оно. То есть у нас есть некий immutable range, который, собственно,
И есть паттерн, который заменяет, собственно, новый объект на старый. То есть каждый раз мы меняем рейндж. Был один рейндж, мы не модифицировали его никак. Мы просто создали новый объект и атомарно подменили ссылку. Вот все, что говорят про mutable объект, оно работает примерно так же, на самом деле. Вот. И в принципе, из того, что я... И, собственно, дальше возникает такой вопрос. А правда ли оно работает быстрее, чем похожий алгоритм на локер? Да, на mutable объекте. Так вот, ну, конечно, правильный ответ, это очень сильно зависит, и надо проверять. Да, в каком месте вот эта штука, например, она может влиять на ваш перформанс? Еще раз. Память, да. То есть на самом деле, а память, что дальше происходит с памятью? Да, garbage collector. То есть вы создаете кучу таких объектов, типа range, если у вас много потоков. А потом приходит GC и чистит. А это время. Поэтому в общем случае не очень понятно, что будет быстрее. Да, как бы вот чистить все это. Там, в принципе, есть история о том, что это все young generation, что там довольно быстро современные GC все собирают. Вот. Но правда в том, что каждый раз надо проверять, смотреть, какая у вас конкретная там загрузка в этом месте. Вот. То есть вот все, что про mutable, это вот такого типа системы. Вот. Дальше field updater. Field updater — это некая вещь, которая позволяет вам работать на волатильных ссылках. Я сейчас покажу маленькое демо. Да, у меня есть интерфейс простейший, он называется counter. В нем, собственно, ну, примерно так, как я уже показывал, две операции. Дай значение и заинкременти его. Да, и у меня есть несколько реализаций его. Первая — cast counter. Это реализация там. Это даже псевдо-cast. Есть реализация, собственно... сейчас, одну секундочку. Вот. Есть первая реализация, называется Atomic Long Counter. Собственно, в ней есть Atomic Long, да, и на ней есть там Value Increment. Давайте, сейчас я найду, где у меня лаунчер. Вот у меня лаунчер. Вот, давайте эту штуку запустим. Вот, у меня там три потока, каждый из них, собственно, вот я создаю три потока, я их стартую, дальше я жду того момента, когда они вернутся, и вывожу там итоговый результат. Внутри каждый поток из них, он просто миллион раз делает инкремент этого счетчика. Счетчик общий на три потока. Ну, я вижу 3 миллиона, в принципе, как я и ожидаю. Теперь смотрите, у меня есть реализация на волатайле. Реализация на волатайле выглядит вот так. Значит, все с ней хорошо? Да, если мы ее запустим, то мы увидим, что на самом деле значение будет далеко от 3 миллионов, мягко говоря. А в чем проблема? Да, совершенно верно. Да, я так даже не буду на этом подробно останавливаться. Инкремент не атомарный. Значит, и, собственно, value++, да, это на самом деле value равно value+1. И вот в этом равно и происходит потеря. То есть никто не мешает двум потокам прийти, одновременно прочитать пятерку, одновременно записать до шестерку. Вот. И, собственно, одному затереть то, что записал другой. Собственно, это и происходит. Я бы даже сказал, учитывая, что у нас значение там около миллиона, а мы ожидали около 3, я бы сказал, что в основном это и происходит, ну, в данном конкретном случае. Но вот есть способ починить. Способ такой. Значит, мы возьмем вот этот вот каунтер, который волатильный, и завернем его в некоторые объекты, вот я назвал здесь AFU counter. Как он работает? Мы возьмем тот самый апдейтер, который из пакета Atomic, да, вот он. Собственно, мы ему передадим в параметры класс, на котором он будет применяться, и поле, просто его текстовое имя, которое мы будем апдейтить атомарно. Дальше мы рефлекшеном установим возможность менять это поле. И, собственно, сам метод, он выглядит следующим образом. Get у него возвращает, собственно, апдейтер getCounter, то есть апдейтер делает некую специальную там штуку. Вот. А инкремент, он, собственно, тоже некоторым специальным образом... Это поле инкремент. То есть вот мы можем взять, вот у нас есть legacy код, в нем есть волатильная переменная, но мы хотим семантику типа cast. Мы можем взять эту волатильную, просто взять вот этот объект, который у нас есть волатильная переменная внутри, применить к нему вот этот самый апдейтер, вызвать, собственно, методы апдейтера вокруг этого объекта, да, вот заметьте, объект передается везде в параметр. И получить то, что нам нужно, да, в этом не очень трудно убедиться. Вот. Бумс, и снова 3 миллиона.
Значит, то, чего мы хотели. Значит, работает тоже, точно так же, это работает на самом деле через unsafe. Вот. То есть вы неким специальным образом, через некий там механизм, который есть внутри машины, это можете гарантировать. Но, в общем, вернемся к нашим баранам. Вот, это я показал. А дальше такая интересная вещь. Вот в этом new updater, который я вам показал, в нем есть, собственно, это вот его код. Да? В его коде, видите, есть такой интересный if. И, в принципе, код написан очень хорошо, то есть, да, то есть синтаксис, в принципе, он отображает семантику. Runtime, то есть ваша машина, в ней есть вот некая переменная, которая называется вот это вот VM Support Long Cas. Да? Вы начинаете догадываться, о чем идет речь? Кто примерно догадывается, о чем происходит? Давайте руку поднимите. Отлично. То есть, на самом деле, вот CAS, он бывает... Он бывает разный. Он бывает на длинных регистрах, бывает на коротких. Да, все мы знаем, что с точки зрения, там, не знаю, например, Java Memory модели и их апдейтов, integer, например, апдейт integer атомарно, апдейт, ну, инта, да, апдейт лонга не атомарно. То есть, в общем случае, там, для того, чтобы лонг был атомарный, нужно еще некие усилия приложить, чтобы апдейт был атомарным. Значит, и даже на самом деле, с точки зрения concurrency, даже простые апдейты, они могут рваться. Чтобы у вас были неразорванные значения, вам нужно делать золотая лонг. Соответственно, в рантайме просто есть вот такая вот константа, да, она там один раз вызывается, кэшируется значение. У VM есть свойство VM support самый compare and set на 8 байтах. Вот, то есть, как бы, когда ваша виртуальная машина запускается, она на самом деле, при первом вызове, когда вся эта штука вызывается, она спрашивает у системы, система, а я умею делать CAS на длинных числах, я умею делать CAS на длинных регистрах или не умею? И если я умею, то применяется вот некий апдейтер, который работает на CAS-ах. А если я не умею, то применяется некий locked апдейтер, из которого, в принципе, понятно, что происходит. То есть берется некая блокировка, ставится, потом апдейтится 232-битных регистра, потом блокировка отпускается. Счастье. Вот, массивы там все то же самое, очень похоже, дополнительный параметр это индекс массива. Сложные переменные. Значит, что это такое, тоже останавливаться не буду. Грубо говоря, здесь можно менять одновременно пары значений. Ссылка и boolean или ссылка и int. Используется там для отлова оба всяких проблем. Вот. Есть аккумуляторы тоже, посмотрите, в Java 8 появились некие там тоже там, штуки, которые могут быстро накапливать некоторые значения, отдавать. Теперь, собственно, так уже надо закругляться, поэтому очень быстро. В общем, выясняется, что неблокирующие алгоритмы и алгоритмы свободных от блокировок, они — это разные вещи. И это надо понимать, что здесь есть некая терминологическая путаница. Да, неблокирующие алгоритмы — это про то, что у них нету блокировок, у них нету локов, нету synchronized, нету wait, notify, вот таких вот вещей. То есть нету ничего, семантика, query, list. А lock-free — это про общий системный прогресс. Поэтому, в принципе, алгоритмы, они могут быть одновременно и lock-free, и non-blocking. Но вообще говоря, это разные вещи. И, в принципе, такой самый хороший, надежный алгоритм — это алгоритм, который обладает двумя этими свойствами одновременно. Да? То есть это наиболее такой сильный с точки зрения гарантии случай. На CAS-ах можно написать стек, можно написать очередь. С очередью есть очень интересная история по поводу того, что там вот в реализации, которая у Майкла и Скотта, там потоки могут друг другу помогать. Условно говоря, когда какой-то поток там... Это очередь апдейтит, что-то добавляет, например, он может и оставлять в неком таком не совсем согласованном с точки зрения ссылок состоянии, да, мы говорим про некую, да, ну, про очередь, которая, как обычно, там, с направленными ссылками в одну сторону, да, в котором там выстраиваются там некие ноды, одна за другой, каждая смотрит затылок предыдущий, да, то есть там вот ссылки. Вот, и, собственно, история про то, что следующий поток, который приходит, он может взять, посмотреть, что некие ссылки рассогласованы, поменять одну ссылку на другую и вернуть очередь в консистентное состояние. Да? То есть там есть полуинвариант такой. Это очень интересно. То есть вот выясняется, что там есть некая кооперативность. Это, вообще говоря, довольно интересно и нетривиально. Вот. Где обо всем это почитать? Я вот не знаю, переведена ли эта книжка там, здесь конкретно местно, но я знаю, что вот я был в Минске недавно, заходил в книжный магазин, там эта ссылка стоит, издательство «Питер», 2015 год, серия «Classic Computer Science», Тененбаум — современная операционная система. Значит, стоит что-то порядка $20. Значит, четвертое издание вышло в 2015 году, оригинал вышел в Америке в 2013 году. Хорошее издание, переводное, шестая глава, она целиком посвящена там,
всяким проблемам, связанным там, с блокировками, с потоками. Посчитайте, посмотрите. Там в основном про блокировки, но, в общем, без этого не очень понятно, о чем вся эта речь. Изучите, посмотрите, там очень подробно все проблемы разобраны. В общем, можно взять и третье издание, у кого есть, ничего страшного. Кто вообще читал эту книжку, кто видел? Есть кто-то? Ну, она на самом деле вот там, живая классика. Вот, в третьем издании там тоже 6 глава, и там, собственно, больших изменений про блокировки нет. Concurrency in Practice. Тоже хорошая книжка, довольно простая. Значит, можно купить на Амазоне, чего всем советую. Есть Kindle версия. Вот. Значит, и для таких совсем продвинутых, кто хочет подробно эту тему изучить, есть большой, прям, не знаю, там, учебник, можно сказать, да, Херли Хишавит. The Art of Multiprocessor Programming. Аллюзия на что? На какую книжку? Да, на Кнута. Все так. Значит, классный учебник, очень много теорий, примеры. Поначалу кажется нетривиальный язык, но там главе к третьей привыкните, прочитайтесь. Вот это реально продвинутая вещь. То есть дальше, в принципе, уже только статьи. То есть вот из литературы это более-менее все. Значит, concurrency interest все знают. То, что мы делаем Java User Group и отличные конференции в России, тоже, наверное, все знают. Кто-нибудь едет к нам на Joker через пару недель? Есть такие люди? О, класс. Вот, даже в Харькове есть люди, которые к нам едут. Это очень приятно. Вот, значит, в теории многопоточности это легко и просто. На практике программисты делятся на два типа. Да, первые как бы они понимают, что они ничего не понимают в многопоточности. Вторые они не понимают, что они ничего не понимают. Людей, которые хорошо это понимают, нету, и примеры тому это как бы тот же самый Alias Concurrency Interest, в котором периодически догули люди тыкают носом в его ошибки. У меня все, у меня нет, к сожалению, времени на вопросы-ответы в кулуарах. Спасибо. Все.